Буэнос диэс, мис керидос амигос. Ядерный разрыв на заряд вашей экрана. Это значит, что мы пытаемся свинтить из тюряги. Мяу. Мяу. Усаживайтесь поудобнее. Хватайте ништячки и поехали. Так. Оу, фак. Бля. Оу, шит, I'm sorry. Пиздотня. Да, грустно. Момо остался в канале. Его наверняка там уже зурки схавали. Клементину поимели стражи. С Балтазар до сих пор медитирует. А кто у нас там еще был? Док? Если я правильно помню, он воссоединился с детем. Откуда нам нужно предрестать атомную батарею? Вот это большущий вопрос. Кабель идет сюда. Здесь меня там зурки не сожрут.
Так, это у нас будет поезд на Ленинград. А что я так захотел, вот почему. Как говорится, нихуя себе батарейка, раз она тянет аж два вагона. Почему я, блядь, не могу палить в окно? Я хочу палить в окно, сука! Так, мы остановимся на какой-то станции. Так, нахуй это туда? Чем-то кинуться надо, наверное. Я вот чё мыслю. Ебало. Сработало, чуваки. Код взломал протокол безопасности. Людей нет. Чума. Так, основные воспоминания разблокированы полностью. Так, надо включать машины.
Ага. Я понял. Так, линейка С активирована. Линейка Б активирована. Так, все 18 компов живы. Так, 3 терминала безопасности, ага. Так, один погасил. Сейчас нос почешем. Вон там второй. Кот вообще безбашенный, как я погляжу. Так, второй готов. Бут. Thank you.
купол открылся. Вон они, огромные трущобы, огромнейший же металл на центр управления. Так, а я тогда чего? Могу просто покинуть помещение и устроить себе фриплей? Это что? Это финиш? Все? Небо. Жалко, с вами побазарить нельзя. Интересно, смогу ли я уехать обратно в Мидтаун? City Open. Выход в город. Вот он финиш. Птица. А вот это уже действительно финиш. Ой. Ну вот и все, собственно. Я, честно говоря, не ожидал настолько трогательной концовки. Может быть. Мне, допустим... Да, я та самая сволочь, которая ни капли, ни слезинки не проронила над Хатико, но здесь мне даже как-то стало не по себе, честно скажу. Да и в общем и целом заставляет задуматься на самом-то деле. Как говорилось в одной песне, что мы творим и к чему идем. Что нами движет и толкает в эту пропасть. Так что такая вот херня, господа. Ну... Мне что-то подсказывает, что не зря эта игра дотянулась до второго места в чартах Steam. Но казалось бы, какая нам разница? Все равно мы титры полностью отсматривать не будем, а будем двигаться дальше.
говорится, хер бы с ними, с титрами. А я пойду искать годноту дальше. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как всегда, Луис, Пиписька. И до скорого. Увидимся в следующем сезоне. Адьос, братва.